Привет! Это у нас подборочка из 10 очень интересных новинок от Xiaomi и не только, которые мне понравились и думаю вам тоже приглянутся. Давайте начинать, приятного просмотра! Индукционная плита от Xiaomi работает по технологии генерации электромагнитного поля. Одними из главных преимуществ этой технологии является экономное расходование электроэнергии и сокращение времени приготовления. Плитка включается только тогда, когда на нее поставят посуду. При этом энергия идет не на нагрев плиты, а на прогревание посуды и продуктов внутри. Поэтому правильно использовать для индукционной плиты посуду, обеспечивающую большую площадь соприкосновения поверхностей. Это уникальный индукционный прибор, который поддерживает 5 режимов интенсивной работы. Стандартная индукционная плита регулирует температуру путем включения-выключения, все время работая на одной мощности. Эта же плита может снижать частоту генерации поля, чтобы обеспечивать более точное поддержание низкой температуры, которая принципиально необходима для некоторых блюд. Работает и настраивается гаджет и через телефон тоже. Метеостанция с 5 беспроводными датчиками. Это измерительный прибор, предназначенный для измерения и регистрации температуры, влажности и точки росы. Главной особенностью данной модели является возможность работы ее сразу с 5 беспроводными датчиками на расстоянии до 100 метров. Данный тип измерительного оборудования будет особенно удобен в различных ситуациях. Преимущества и особенности регистратора. Он может принимать до 5 датчиков, датчики вы можете разместить в разных местах. Фиксирует температуру, влажность, точку росы и тепловой индекс. Все данные сохраняются и записываются на ТФ-карту. Также есть время и календарь. Портативный блендер от Xiaomi разработан как капсула. Соковыжималка очаровательная и привлекательна. Это соковыжималка диаметром 77 мм и высотой 178 мм. Почти такая же, как и 5-дюймовый смартфон. И она не занимает слишком много места. Она весит всего 360 грамм, и даже 4-летний ребенок может поднять его с помощью силиконового ремешка. Мощная соковыжималка с 4 лезвиями позволяет быстро и легко приготовить свежий сок, молочный коктейль, сорбет и детскую пищу. Устройство может заряжаться через аккумулятор или автомобильное зарядное устройство, поэтому вы сможете приготовить сок в любое время. Положите ингредиенты и нажмите на кнопку, а затем дождитесь свежего сока. Сделан блендер из экологичного материала, такого же, что в детских бутылках. Это безопасно и безвредно для вашего здоровья. Крутая умная Bluetooth-колонка с пиксельным дисплеем – это уникальный гаджет в ретро-стиле с сильным звучанием и множеством захватывающих функций. Она сделана в виде классического компьютера из 90-х и оснащена небольшим пиксельным экраном, кнопками управления и оригинальным кейсом для переноски. Эта акустика станет не только настоящим украшением вашего рабочего места или личного пространства, но и будильником, личным ассистентом и игровой площадкой, а также инструментом для воплощения своих творческих замыслов. Одной из главных особенностей колонки является яркий дисплей с 256 светодиодами, которые способны отображать 16 миллионов цветов. Этот гаджет не даст вам заскучать. Наслаждайтесь классическими видеоиграми, такими как Тетрис, Волшебный шар, Змейка и прочими, прямо на экране акустики. А механическая клавиатура с подсветкой и дополнительным рычажком делает управление особенно приятным, благодаря чему каждая игра превращается в увлекательное развлечение. Электробритва от Xiaomi разработана специально для чувствительной кожи. Благодаря кольцам с уникальным микрогранулированным покрытием, бритва легко скользит по коже для бережного и чистого бритья. Благодаря особой конструкции лезвия, бритва срезает длинные, короткие и прилегающие волоски максимально близко к коже, одновременно защищая ее от повреждений. Головки легко двигаются в 5 направлениях и точно повторяют изгибы лица и шеи для более комфортного бритья. Эта бритва подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, который обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто закройте бритвенные головки и промойте их под струей воды. Интеллектуальный автономный чемодан. Это смарт-чемодан-робот, который может автоматически следовать за вами. Основная технология SR5 включает в себя визуальную систему слежения и сенсорную технологию, благодаря которой она реализует автоматическое отслеживание и интеллектуальное предотвращение препятствий. Он может путешествовать автономно, не натыкаясь на людей или объекты. Стандартный 20-дюймовый чемодан имеет 30 литров внутреннего пространства, позволяющее легко упаковать все предметы, что позволит вам насладиться приятным путешествием. Благодаря конструкции механического замка TSA с двойным колесом, он применим ко многим странам, который предотвращает повреждение чемодана при проведении таможенных проверок. В нем также установлена регулируемая алюминиевая тяга в три высоты. Пруток из алюминиевого сплава очень высокой прочности.
Омни-колеса обеспечивают плавное перемещение, а высококачественные материалы не создают шумового загрязнения. Кроме того, он устойчив к износу, что позволяет адаптировать его к различным дорожным условиям. В общем, у чемодана еще много достоинств, но цена кусючая. Хотя для кого-то и вполне нормальная. Перейдите и посмотрите, что скажете, как вам стоимость. Увлажнитель воздуха от Xiaomi обладает спокойным, но в то же время представительным внешним видом, который непринужденно впишется практически в любой интерьер. Аппарат сравнительно крупный. Это цилиндр около 30 см в высоту и чуть меньше 20 см в диаметре. То есть объем съемного бака для воды весьма приличный, ни много ни мало 5 литров. На корпусе специальная прорезь для проверки количества оставшейся жидкости. Проходя через дозатор и углеродный фильтр, вода попадает на вибрирующую с ультразвуковой скоростью мембрану, за счет чего рассеивается в мелкую пыль и по трубке выдувается наружу. Это не только энергоэффективно, но и практически бесшумно. Интенсивность испарения можно настроить на одну из трех позиций. Самая слабая предназначена для хорошей летней погоды без изнуряющей жары. Средняя как раз таки для зноя либо кондиционируемых помещений, ну а максимальная хороша зимой. Сушилка для обуви от Xiaomi – удобный и эффективный инструмент, созданный специально для того, чтобы сделать уход за обувью еще удобнее. Она быстро нагревается, безопасна в использовании и помогает не только избавиться от лишней влаги, но и предотвратить размножение бактерий, вызывающие неприятный запах. С ней вы легко сможете поддерживать любимые кеды, зимние сапоги или спортивные кроссовки в идеальном состоянии. С ее помощью можно быстро и безопасно высушить практически любой вид обуви. И даже просушить носки за считанные минуты, когда на сборы совсем мало времени, а чистой пары вдруг не оказалось под рукой. Благодаря высокой температуре нагрева сушилка обеспечивает быстрое высыхание обуви, а также дополнительную стерилизацию. Зеркало-видеорегистратор от Xiaomi – абсолютно новый многофункциональный гаджет, который упрощает жизнь автомобилистам. Как только электроника системы предупреждает столкновение, посчитает ситуацию опасной, она предупредит водителя, а камера видеорегистратора начнет съемку на microSD-карту. Видео, которое записывается на авторегистратор, можно просматривать на мобильном приложении в реальном времени. Благодаря G-сенсору камера начинает записывать видео сама, если происходит какое-либо столкновение, и отснятый материал события будет сохранен. Или просто же можно включить его на постоянную запись. В видеорегистраторе применяется алгоритм Defog, который может эффективно уменьшить искажение или ухудшение качества изображения и воспроизводить четкое видение при движении в дыму и дымке. В корпус встроен 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Сердцем устройства стал мощный 4-ядерный процессор. Предусмотрен 20-часовой парковочный мониторинг, который активирует автоматическую запись видео при обнаружении движения, сохраняя ваш автомобиль в безопасности. Стерилизирующий держатель для зубных щеток от компании Xiaomi с ультрафиолетовой лампой – одно из лучших приспособлений для поддержания вашей гигиены. Стерилизация ультрафиолетовым излучением позволяет уничтожать до 99,9% вредных бактерий и микробов на зубной щетке, делая чистку зубов безопасной и гигиеничной. Стерилизатор помогает уменьшить вероятность возникновения воспалительных заболеваний. Держатель имеет встроенную батарею и подзаряжается посредством microUSB кабеля. Вы можете разместить в стерилизаторе до 4 зубных щеток. Держатель можно прикрепить за счет липкой платформы на задней стороне устройства к любой поверхности в ванной комнате, где вы посчитаете нужным. Что скажете по поводу этих 10 устройств? Что вам больше понравилось и пригодилось бы дома? Пишите в комментариях свое мнение, мне очень интересно его почитать. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Хорошего вам вечера и пока-пока!